По всему миру оборудование вилла успешно применяется при строительстве многоэтажных зданий и многофункциональных комплексов, таких как гостиницы, торговые центры, больницы, школы, спортивные комплексы и другие объекты инфраструктуры. Сейчас мы расскажем о самых известных гостиницах столицы Беларуси, где были использованы насосы вилла. В Минске были построены многофункциональные комплексы известных во всем мире гостиничных брендов, таких как Hilton, Marriott, Renaissance. Оборудование вилла безотказно работает не только на этих объектах, но и в гостинице Минск, а также во всех комплексах гостиницы Виктория и в гостинице Беларусь, обеспечивая бесперебойное водоснабжение и комфортный микроклимат. Группа гостиниц «Виктория» включает в себя сразу три многофункциональных комплекса. И это не только гостиница, но и высокоуровневые бизнес-центры, множество ресторанов и спа с бассейнами. «Виктория Олимп» – это четырехзвездочный отель, открывшийся в 2014 году в преддверии чемпионата мира по хоккею. Гостиница великолепно смотрится как днем, так и ночью, переливаясь множеством неоновых огней. Она расположена рядом с красивейшими зданиями современной архитектуры, такими как Минск-арена и Олимпийский комитет. Оба объекта являются не только гордостью нашей столицы, но и референциями вилла. Комфортное пребывание гостей в комплексе «Виктория Олимп» обеспечено автоматическими системами поддержания микроклимата и температуры номерного фонда и конференц-залов, фитнес-центров и аквазоны. Сердцем этих систем являются циркуляционные насосы со встроенными частотными преобразователями серии Villa и LE. Они имеют систему автоматического регулирования по датчику перепада давления и полную защиту электродвигателя, что обеспечивает их экономичность и надежность. Насосы Villa и LE поставляются с электродвигателями наивысшего класса энергоэффективности и E4. 40 надежных бесшумных циркуляционных насосов с мокрым ротором ТОП-С и СТАР-РС обеспечивают комфортную температуру в комплексе. Гостиницы «Виктория-1» и «Виктория-2» расположены в непосредственной близости от других объектов, где установлены насосы вилла. Это и комплекс Дворца независимости, и музей Великой Отечественной войны, и торгово-развлекательный центр «Замок». Своим гостям гостиницы «Виктория» предлагают отдых в спа-зоне с бассейнами. В системе циркуляции и фильтрации бассейнов использованы погружные насосы вилла серии КС для тяжелых условий эксплуатации с возможностью перекачивания жидкости с подсосом воздуха. Мировые бренды пятизвездочных отелей Hilton, Marriott и Renaissance при строительстве своих отелей в Минске предъявляли самые высокие требования. И так как немецкие насосы вилла самые надежные и долговечные, то именно оборудование вилла обеспечивает в этих многоэтажных зданиях стабильное холодное и горячее водоснабжение. Еще одна гордость вилла в Минске – это гостиница «Marriott», где в приоритете роскошь и комфортные климатические условия для самых взыскательных гостей. Для обеспечения высоких требований к уютному микроклимату в номерах отеля, конференц-залах, бизнес-центра, фитнес- и спа-салонах была построена собственная котельная. В ней установлены 14 блочных насосов Villa BLE со встроенными частотными преобразователями. Особенностью этих насосов является возможность работать в режиме автоматического регулирования с датчиками выходного давления или температуры. Эта серия насосов Villa BLE комплектуется электродвигателями наивысшего класса энергоэффективности и E4, а компактная моноблочная конструкция насоса позволяет размещать их даже в самых стесненных условиях, тем самым снижая стоимость строительства. Здесь также установлены два насоса с электронно-коммутируемыми двигателями серии Villa Stratos Giga, которые обеспечивают автоматическую подпитку технологических систем комплекса. Насосы вилла серии Stratos Giga обладают самой совершенной встроенной защитой и имеют 5-летнюю гарантию. Они могут работать в широком диапазоне регулирования частоты вращения, а именно от 2 до 100%. Вы всегда можете доверять качеству вилла.